Выходное поголовье крупного рогатого скота в республике уменьшилось на 405 голов. Такую цифру озвучили сегодня на итоговом совещании работников агропромышленного комплекса Якутии. Напомним, что по объему валовой продукции сельского хозяйства республика занимает третье место среди субъектов Дальневосточного федерального округа с 15% от всего объема валового продукта региона. Тем не менее, на заседании отметили, выходное поголовье крупного рогатого скота уменьшилось по сравнению с январем этого года. Для решения проблемы для улучшения показателей сельхозсектора были поставлены основные задачи на 2017 год. В республике 2018 год. В 2017 году будет проведен отбор муниципальных программ по кормопроизводству, которые будут включены мероприятия по строительству и ремонту изгородей, силосных траншей, приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования. Главам муниципальных образований в эти дни необходимо разработать и на уровне представительных органов местного самоуправления утвердить эти программы.